Нам показывают попытку Эйворы. Ну, это вы понимаете в записи. Вот так легко он проехал финал. Ну что ж, давайте посмотрим, что происходит в секторе для тройного прыжка Филиппа Сайдову. Ну, нам показывают в записи, естественно, так сказать, лучшие попытки. Вот эта попытка Айдову на 17-10. Но дело в том, что норматив 17-15. Да, немножко не хватает. Но с другой стороны, пока, в общем-то, особенно дальних-то нет прыжков. Только, да. Санкс. Тоже прыжок за 17 метров. Ну, поскольку это в записи, то я вам говорю, 17.02 у Санкса. Скажу вам сразу, что там прыгали еще Дмитрий Валюкевич 16.96, Ашике 16.88, Натан Дуглас 17 метров ровно, а я жду там, когда должен выйти на старт Игорь Спасобходский. Конечно. Не удалось поговорить с Кривошапкой? Нет, Антонина сказала, что, в принципе, довольна своим бегом. И, ну, я имею в виду, довольна своим, не, даже понятно, что результатом, именно с проведением бега все, так сказать, было хорошо. Поэтому хочется надеяться, что и в финале она пробежит достойным. Ну, что ж, за этими, так сказать, бегами мы немножко упустили, конечно, квалификацию в тройном прыжке. Но, не знаю, Игорь Спасобходский 16.87. В этой серии он восьмой. А так 13-й получается. Так он 13. Правда, да, 2 13 места. Нужно-то 1 сантиметр добавить. Нет, надо добавлять больше. Нет, я теоретически имею в виду. 16.88 пока проходной. Жират прыгал 16.92. Это нам, конечно, дают повторы. Это нам показывают, как Айдову выполняет норматив. Ну вот, легко это сделал. 17 метров 32 сантиметра у Айдову. Такое нормальное попадание. Ну и там небольшая неожиданность, конечно, произошла. Today, inspire tomorrow. Необычном прыжке Ли Янси, китайского спортсмена. Давайте его посмотрим на 17 метров 27 сантиметров. Ох, хороший полет какой. Ну и, в общем, наверное, это не совсем ожиданный такой результат, да? Хотя результат у меня, конечно, есть высокий, тут вопросов-то нет. Но результатов тех очень много хороших людей. А показывают... Здесь они не так часто. Ну, 17.30 у него вообще личный рекорд всего. В этом году даже за 17 метров, по-моему, не прыгал Цанли. Да, 16.67. И вот нате вам. Вот надежда Франции. Тедди Тамго. Юный прыгун.
Пытался. Если нет заступа, то близок. Там нет, заступа нет. 2 сантиметра спасли его. Ах ты, Господи, ну что же, 17-11. И что тут хромает? 4 сантиметров не хватило. А как вот теперь? На Туму тоже думаю. Спортивного события. Ну давайте посмотрим, немножко отвлекаясь, что все-таки чем закончилась тут квалификация в тройном прыжке. Между прочим, Игорь Спасовходский это порадовал. Мы вот помните, рассказывали, что он был 14-м, а потом он прыгнул 0-2 и вышел в финал. Ну, а на этом наш репортаж уже подходит к концу. Так что мы поздравляем всех с мировым рекордом. С вами были Евгений Чен, Сергей Тихонов, Ксения Курдюмова. До встречи завтра.